Добрый день. Не знаю, какой вы провели жизнь в период войны, послевоенное великолепие. Государство сегодня бедное, не может помочь в полной силе, как бы это хотелось бы. Но мы уверены, что новое поколение, молодые люди будут чтить, помнить и делать все для того, чтобы вам было лучше, краще и сладче. Здоровья вам, успехов, всего, доживем. Девочки, приходите подальше. Так, и цветы вам. Антонина Сидоровна. Кто Антонина Сидоровна? Антонина Сидоровна, пожалуйста. Она плохо слышит, не бежит. Антонина Сидоровна, давайте. Дима, пойдем, пожалуйста. Да. Сейчас, вот, идите. А Надежда Андреевна? Не болей.